приехали на место встречи, к Меридиану. Там будет микроавтобус ждать нас. Нужно будет в них загрузиться и отправиться в Териберку на съемки. Два часа точно с половиной. У меня есть яблоко, если ты хочешь. Вау! Солнышко! Ладно, еще. Рано, да? Блин. Где мы будем тусоваться? Вот здесь, вот это гостиница. Есть же. Только непонятно, кого будет. Да. Нас или от нас. В моем номере, где живет еще кто-то, жили раньше мужчины, потому что я поняла, вы спросите, откуда я это знаю, потому что там пахнет. Пойдемте. Пожалуйста. Хочу представить вам эксклюзивную, замечу, тахту. Да, если там не пахнет, то здесь пахнет. Кивните, если вы тоже чувствуете. Я думала, мы не в таких полевых условиях будем жить. Вау, 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 сейчас собьешь просто. Я на связи, сейчас переведу. Спасибо, мои дорогие. Мясник. Лучший, сегодня ты лучший. Спасибо, ребят. Не, ну красиво. 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 Но холодно. Связать. Вы навязали вот очень много. Я забыла реквизит. А это потому, что не надо все прикладывать только на режиссера. Все мысли улетучиваются, они забываются. Когда у тебя тут дела, там дела. Вообще-то не я. Это все не я. Шаман в мире духов в сегодняшнее время, в настоящий момент находится. Мы ожидаем его с минуты на минуту. Он появится либо здесь, либо в соседнем номере, потому что ну, все должно быть так, как запланировано. Да, давай там и начнем тогда. Там что-то мелькнуло. А, кстати, ты не боишься риска? Вдруг он обольнет? У кого-то рвется частота. Нет, я вообще домой хочу. Вот
там живу я, в сарайчике вот в этом. Вот. Тебя сожрут! Тебя сожрут! Сожрут тебя! Вон они! Я понял, да, я тоже думаю, нафиг. Может, кадр какой поворачивается, там оленек? Я люблю, да. Нет, чтоб тебя не видела и не слышала. Вот это мне сейчас понравилось. Душу греет. Второй раз. Готов. Камера. Поехали. Мотор. Мотор идет. Сцена 2, кадр 16, дубль 1. Начали. Я думал, он сейчас вот так сделал. Обнял. А что, надо обштатить? Конечно. Серьезно? Такая без подготовки. Ой, а я не нажал запись. Ура. Прикол. Прикол, да. Нет, подождите, а в окне мы снимаем там костюмы? Она сказала. Тогда вы можете мне помочь? Я уже ушел. Он уже ушел, да, уже сидит. Так не снял с меня этот звук. Вообще ничего. Мне надо ботинок. А можно там выключить видео на телефонах? Вкратце, у нас в машине сейчас будет двойное резервирование. То есть у нас будут и на актерах индивидуальные приемники звукового давления, и, соответственно, сверху тоже мы их озвучим. Поэтому как все должно удастся. Будете прям шаман. Вы как мужичок такой максимально простой, но как. Ой, три будет. Нет, ну я предлагаю. Блин, не снимаем сейчас. А ты потом в фильм ставишь и будет режиссер, блин, несерьезный. Я кушать хочу, меня не кормят. Меня не кормят. Я сейчас буду целым режиссером. Ой, мама, какое. Камушки вот эти, которые стоят друг на друге, это люди ищут здесь камни, выкладывают их друг на друга. Есть такая традиция. Когда ты выкладываешь эту пирамидку, нужно загадать желание, оно обязательно исполнится. Вот. Вот. То есть ноль это ноль. Ага. Ястребы или поршни какие-то. И одного подстригли, короче. Прямо в этом кадре прям чуваки поймали момент, когда перья прям. Люди приходят сюда в надежде, ну, унести с собой что-то. Какую-то идею? Ну что-то. Каждый приходит, наверное, со своим. А видит чужое. В костюме круто. Я себе захотел такой же купить. Ограниченное питание. Такое ощущение, что звукорежиссерные площадки существуют только для того, чтобы снимать бэкстейдж. Причем не чтобы снимать, а чтобы сниматься там.
Жаль, ужасно. Селенка такие тяжелые. Я бы тоже делал. Ноги промокли. Нормально, все хорошо. Начали! Вернула. Вспомнила, что ужин еще будет через 5 часов. Пожалуйста. И сорвала креветку. Вот это куш. Кушаем меня сейчас. Вы подходите к воде, да? И берет его и тащит. Ты откинь. Блядь, вот как он мог воздух? Она заходит просто неимоверно быстро. Нам нужно успеть погрузиться в лодку. Да, да. А, вы в море! Вы в море! Вы в море! Иди туда. Его главный хэштег знаете, на севере жить. А вы знаете, что я так на спиной к кадру буду сидеть, все сюда сядут. На севере выживать. Немножко отстать надо. Сейчас прыгать не надо, сейчас я лопну. Я просто надеваю. Таня, выполнить невозможно. Да. Вниз, как максимально, да, вот так. Да. Моторы только. Готовы? Миш, хорош. Не, стоп. Вы неправильно лодку повернули, разворачивайте. Ладно. Делать уже. Интеллектуальный шарп есть, все нормально. Вот на нас. Че, ныряй? Да. У нас один единственный дубль. Я не знаю, он не видит карты. Давай, Родимый, все. Переделился. Увидел? Да. Не ударишь! Быстро! Лови! Че, хорошо смотрелся? Да. Как тебе? Это была самая экшн-сцена. Пока, которая у меня была. Надеюсь, Квентин заценит, который Тарантино. А где вы нас можете высадить? Там где-нибудь, нет, где угодно, можно. У ресторанов, давай, пусть нас с ресторана заберут. Где акула стоит? Что делаешь? Наливаю горячий чай себе вот сюда. Чтобы стало потеплее ногам. Чё обсудить? Я вот не помню, скажи мне. А, где петличку ты потерял? Вы выехали? Я не потерял. Очередной раз я не потерял. Просто хорошо спрятал, чтобы не потерять. Пафосно. Вот оригинал запустить. Тогда я давай ее клуб давай. Уже стоим.
Принесли хавку! А кого вы умеете фото? Герои идут. Снимают от нас. Давай. Тогда мы идем на Тайм. Да. Your English beautiful. My English perfect. Only today. This village. Glad to see you, everybody. Давай пьешь за зелье. Это же реквизит. Пойдем. А потом все. Так, могу на площадку? Есть стакан, Тём. Слушай, вы помните? Ты чё? Это был как малиновый человек. Я бы сказал, что малиновый. Да есть, я не могу привыкнуть, что я всегда под эффективой. Вот, супер. Очень интересно. Учитывать еще, что я еще буду сниматься. О, это великолепно. Здравствуйте. Я уже не знаю, какой сегодня день. А вчера мы были на море. Сегодня мы в деревне Саама. Сегодня будут пляски. Сегодня последний крайний съемочный день. Завтра улетаем в Москву. Я, наверное, уже все, я устал просто. Думаю, все будет прекрасно. Все? Та-дам! Как тебе сие события? Ну, я ощутил грусть, конечно. Некогда думать, дело надо делать. Работать надо. Что а думаешь? Ощущения, самочувствие? Отлично, это всегда. Я думаю, что мы выбрали очень-очень нужное место для съемки сцены Саамами, потому что у нас в регионе нигде нет такого, что мы нашли. Все самые крутые, самые властные Саамы, самые знающие и самые мудрые Саамы будут у нас в фильме, поэтому обязательно его смотрите. А по поводу того, что у меня за спиной? Там Даня разговаривает в кустах, костер горит. Угу. И прекрасный залив Баренцево море, по которому мы будем очень скучать. А фильм «Огонь, пушка, самолет». Всем советую купить билеты на премьеру. Там будет часть съемочной группы, возможно, актеры, фотосессия, автограф-сессия и плюшки с welcome-дринком. Комментарите. Если свежий получится, фильм удался. Если свежий не получился, не получился. Все. Третий день мы работаем. То можно фильм выкидывать? Вот тема комментарий. Как самочувствие? Слушай, ну мы третий или четвертый день в 4 утра встаем. Как ты думаешь, как самочувствие? Устали все, но все работают, насколько возможно. Нина Алексеевна, не мешайте. Потому что вот посюда. То есть это у вас должно быть. Номер 7, кадр 702. У меня и шаман режется, и у Миши. Вот они сейчас снимают меня? Еле порис. Века о том, что все можно спасти, полагаясь на себя, а не на судьбу. Если ты действуешь, идешь к цели, то твое желание может сделать многое. Это из областного драматического театра актер Владимир Николаевич. Друзья мои, я вас все люблю, всех, за то
небольшой период я проникся к вам. Вы молодый, красивый талант. Спасибо вам большое за компанию. Но всякая компания, удел ее распадаться. Я ухожу. У меня сегодня юбилейное мероприятие. Поздравляю. Мне 80 лет, друзья мои. Поздравляем! 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 Спасибо, Миша. А, держите на долгую память. Спасибо, Миша. Самый лучший шаман! Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Спасибо. Дай вам Бог удачи, здоровья, счастья, любви. И много ролей с вами еще. Да. Любви, о которой мы говорим в последних строчках. Любви ничто не мешает. А не любви мешает все. Люблю. Спасибо. Спасибо.